Девочки, добрый день. Но я сегодня опять пришла в Слимбуди, Краснодар, на процедуру. В общем, мне вибромассаж сделали ног. Обалденно, девочки, вибромассажер. Такая насадка, тебя мажут гелем и начинают прямо вот так, девочки, разминать полностью все мышцы. Мне спина очень понравилась. В тот раз холку и спину убирали мне. У меня лопатки, вот эти места стали намного меньше. И правая рука, так знаете, это немножко ее мне неудобно было, если вверх поднимала, так как-то, да, все, девочки, разбили все полностью. Рука свободно начала вращаться. А сегодня ноги. Внутренняя, внешняя сторона. Ноги полностью делали вибромассаж. А сейчас мне делают миостимуляцию. Это такие резинки на живот, на ноги надевают. И под них такие подводят вот такие кругляшки, девочки. И мышцу сокращают, заставляют мышцу сокращаться. И убирается целлюлит. Целлюлит убирается. Подтягиваются ноги. Прям, девочки, русалкой буду, русалкой. Русалкой буду. Сейчас море прогреется, и все. Я как выйду. Ой, девчонки, не могу. Нравится мне здесь у них. Так спокойно, тихо. Девочки, всем советую, женщина моего возраста, да и девчонка молодая. Знаете, после родов, или даже сейчас я смотрю, девчонок очень много крупных ходит. Так, знаете, это подтянуть целлюлитик можно. Походить. А что? 5-10 процедур, и все. И красота. И знаете, прям вот это замена, мне кажется, физических нагрузок. Я вон стала физкультуру утром делать по утрам. Зарядку, даже прыгание. Я уже не делаю там упражнения какие-то, знаете, там развороты, повороты. Просто прыгаю, просто скачу. И то я чувствую, что я такая подтянутая, девочки, стала. Ну, что вот тут от него никуда не денешься, от живота. Куда его? Но стараемся тоже убирать это все. И мне это доставляет удовольствие. Прям занимаюсь этим. Заходите, у них страничка своя. Я вам уже показывала. Вот Слимбуди в Инстаграме. Ой, девочки, вот в Инстаграме Слимбуди. Юмырка, Краснодар. И там Ульчик рассказывает прямо вот какими препаратами, аппаратами можно убрать вот это все. И лицо, лицом, посмотрите, какое стали, гладенькое. Гладенькое лицо. Ну, там тоже нельзя делать каждый день. Я бы каждый день, наверное, ходила. Нельзя каждый день ходить. А девчонки, как всегда, начинают. Надо блефаропластику, там, знаете, круговую подтяжку, еще что-то такое. Чувствую, как будто они сами прямо это все делают без конца. И ходят, и бородавки везде убирают, и все остальное. Я не хочу ее убирать. Мне она нравится, пусть растет. Пока не повиснет. Как повиснет, так уберу. Если сейчас ее убирать, будет яма. Что думаете, я с косметологом не консультировалась, что ли? Мне даже хирург какой-то там, молодой хирург, писал из Москвы. Елена Павловна, приезжайте ко мне в клинику, я вам уберу, но останется ямка. У меня у одной приятельницы, не буду показывать, короче, выросла на носу, на брови и на подбородке. И она взяла, ничего лучшего не придумала, как, знаете, пошла в аптеке, купила чистотело, или сама чистотело в огороде, я даже не поняла, где она в саду там накопала. Чистотелом начала мазать, это все мазать. И у нее начало это все засыхать. И потом такая, знаете, такие ямы остались на лице. Это вообще на всю оставшуюся жизнь. Так было смешно смотреть. Сначала почернели. Почернела, допустим, да? Потом она начала прямо это, знаете, ну как выгнивать. Прямо начала вообще на лице. Это страшно было смотреть. А убираются очень просто, которые уже на ножке такие вот. Вот не такие, а на ножке. Они очень просто убираются. Я видела, женщина одна работала в киоске. Тогда еще киоски были. Я в Челябинске жила. У нее все лицо было усыпано. Но зато она себе отхватила мужа очень хорошего, очень известного мужа. Вернее, брат, очень известный брат. Вот, скульптор. А это его брат. Два брата, в общем.
Она одного из братьев отхватила себе мужа. Я вот тебе в киоске сидела, пивом торговала. Вот так вот. И все, он ей быстренько удалил все бородавки, перевез ее в хорошую квартиру вместе с детьми. Все сели на ее содержание. Он на, него, на его. Она перестала работать. И все, и брат стал их всех содержать. Что только в жизни не бывает. Это вообще до бесконечности можно найти темы разговаривать. Или одна еще работала в киоске, тоже продавала пиво. Сейчас уже нету, мне кажется, этих киосков. Раньше очень было на каждом шагу. Сейчас же все в магнитах да в пятерочках. И все. И она выцепила парня. Парня, он в комнате жил один. С женой разошелся, она ему комнату сделала. Такой порядочный парень был. Закодировали, его устроили на работу. Музыкальный центр купил, оделся, обулся. И вот он нашел эту сигарету, покупал у нее. Притащила, она все пропила ему моментом. Приехала к нему жить, бросила работу, забросила. И все, и начали вместе. Все продали, в конце концов. Почему началось с бородавок? Закончилось. Не могу. Хорошо. Сама над собой. В общем, девочки, вот такие вот. Всякие разные. Здесь каких только нет. И такой вот, и вот такой. Кондиционерчик. Кондиционер. Если жарко, все, можно кондиционер включить. Ну, все нормально. Прям балдею лежу. Сразу спать охота. Все эти аппараты, вот аппаратные массажи, они, конечно, это нервную систему приводят в порядок. Прямо это. Успокоительный эффект. Эти мелкочастотные, вот эти, мне кажется, покалывания всякие, они успокоительный эффект имеют. Я начинаю зевать. Все, я сейчас усну. В общем, девочки, напишите мне в комментариях, кому это интересно, я оставлю ссылку в описании. Можете заходить в Инстаграм. В Инстаграме тоже у меня есть ссылка в описании. У них расписано все здесь. Я пришла, в тот раз женщина была, потом я уходила, женщина опять. Сегодня такая же история. Большие женщины приходят, прям большие. Передо мной сейчас была женщина. Наверное, 1,90 м, рост высокая. И здоровая такая. Прям довольная такая. На 5 килограмм похудела. Объемы ушли. Прям довольнюшнее прям. Так вот. Ну, мне-то, знаете, для этого. Для кайфа. Для кайфа. Девочки, я купила все-таки это платье в горох, мне очень нравится. Легкий лен, легкий. Обалденно. Коротенько, как я люблю, но чуть-чуть ниже колена, прям чуть-чуть совсем ниже колена. И очень удобно. Оно платье резинка, свободное на животе. Удобное, прямо идеально для лета. Очень мне нравится. Так, что мы куда идем? Сейчас гримерку зайдем. Посмотрим насчет волос у девочек. Спрошу, что и как. Девочки, ну я после массажа не пошла ни в какую пятерочку. Зашла в свой любимый фермерский магазин. Просто обожаю. Вот сегодня, например, свежее молочко привезли. Яйца свежие. Вот Ильченко. Я, знаете, все думала, что это
Срок хранения, это мы привыкли, что магазинного молока там, знаете, неделю и две стоит, и три, и черти чего, а Ильченко, девочки, это натуральное молоко. 3 дня, и все закисло сразу. И все, и я теперь знаю, что Ильченко можно пить только свежим. Сметана очень хорошая у них, Михалычу нравится. Яйца хорошие. Ну, в общем, вот я немножко пусть подороже, вот цена. Но мне кажется, что даже не подороже. Мне кажется, что в магазине точно такая же цена. Но вот Ильченко я прямо, конечно, боготворю их. Молодцы они. Ну и всякие, знаете, зефиры к чаю можно. А еще мне нравятся, девочки, вот такие полуфабрикаты. Вот я здесь беру фитнес-котлеты с геркулесом. Вы знаете, что я люблю с геркулесом все. Шикарные просто. Пельмешки сегодня взяла свиные, говядина. Вот, потом, значит, у них есть и вареники всякие вкусные, тоже испробовала все. Ну, колбаски, сало, посмотрите, какое. Сосиски я вам уже показывала, тоже хорошие. Не могу удержаться, не могу, девочки, сгущенное фермерское молоко, это что-то. Но мне его есть нельзя такими дозами, как я же банку за раз с чиабаттой. Захожу в Клебурже, беру чиабатту и вот эту банку сгущенки съедаю. Обалденная сгущенка. Ну, сыры, как всегда, выше всяких похвал. Вот. Так что, девочки, вот рекомендую. Еще мне нравятся у них, знаете, вот всякие такие интересненькие. А, вот хлеб, про который я вам говорила. Вот он, этот хлеб, который я режу, и он лежит потом хоть сколько. Кофе делают вкусное, они здесь арабское. В общем, специи. Хороший магазин. Вот лапшу вот такую покупаю. Вот такую лапшу домашнюю. Вот раз купила упаковку Михалычу, отдала с курочкой. Курочку здесь тоже покупаю. Ну, в общем, вот еще, девочки, хотела сказать. Печенье, вот это овсяное, обалденное, натуральное печенье. Очень нравится мне. Конфитюрчики. В общем, девочки, рекомендую фермерский вот этот магазинчик. Жарко, пломбирчик, он купите себе. Заходите. Вот он, тыквенный нектар с мякотью кубанский. Это вот все фермерские хозяйства же делают, да, ведь? Сами гонят. Тыкву навыращивали. Все, красота. Девочки, что-то не тороплюсь домой идти вообще. Я села на лавочку, на нашу любимую стеди. В общем, сметанку я купила, Ильченко, молоко. Паштет куриный, девочки. Фермерские истории. И взяла пельмешки. Говядина, свинина и со свининой. Я просто хотела пельмени, девочки, со сметанкой. Может, на вечер. Не знаю как. В общем, неохота, знаете, не жарко, ведь ручек так хорошо. И неохота идти домой. Неохота где. Купила босоножки себе такие удобные. Кстати, в Анапе столько обуви. Там вот эти хорошие такие магазинчики. Ну, девочки знают, от Горького так в проулочек. Какая-то улица, я даже не знаю, какая улица. Турецкая обувь. Мужчина торгует. Очень нравится мне. Вот сколько брала у него, девочки, брала обуви, да, и вся обувь не натирает мне ноги. Что, шлепки эти вот на платформе ношу черные, потом шлепки эти большие для желтого костюма. Желтый костюм так и не одевала, брючок, джинсы. А платье вот этого Марк Спенсер сегодня сходила, девочки, обалденное платье. Легкое, обалденное платье с резинкой. Хлопок, резинка. В общем, девочки, моей комплекции... Женщины моей комплекции, всем советую Марк Спенсер заходить. Особенно у кого попки крупные, девочки. Там рассчитано на крупные попки все вещи. Марк Спенсер, и качество хорошее, пошив шикарный. Немножко подороже. Ну а что подороже? Или простую, допустим, вещь покупать на рынке, да? Потому что на крупных женщин, таких как мы, для повседневной носки, в основном на рынке продают. Вот, или в Марк Спенсере купить. Есть разница. Прям сижу, балдею. Ветер прохладненький. Мне кажется, где-то дожди идут. Где-то идут дожди. Ты меня только жди. Как я наотдыхалась на массаже вообще. Поэтому хочется посидеть, прям отдышаться, подышать свежим воздухом. Очень хорошо на массажике побывалась сегодня. Прям такие ноги становятся гладкими. Гладкие, никакой рыхлости. В следующий раз у меня будет процедура LPG. Это я буду одевать скафандр, костюм, такой легкий костюм. И буду
девочки, занимаюсь делами вот так вот. Целыми днями что-нибудь доделаю. Целыми днями нахожу себе работу. Ой, пошла домой, девчонки.